только время нещадно. Полтора года назад заказал, вернее, получил полтора года назад данный чехол. Тогда он был красивый, красный. Вот что с ним случилось. Отслоился и лопнул. Но закрались у меня сомнения, что это была кожа. И сейчас есть вариант это проверить. Действительно ли это была кожа? Или все-таки заменитель? Ну, ценник на данный чехол был конский. Как замечательно приклеено. И вроде бы как похоже на кожу. Двусторонний скотч, ну да, вроде бы как натуральная кожа. Эти китайцы могут подделать все что угодно, но тем не менее. Многие говорят, что кожа не горит. Типа, если ее поджечь. Но, к сожалению, а может даже к счастью, поджечь ее нечем. Потому как зажигалки нет. Спичек тоже. Когда бросаешь курить, это в первую очередь актуально. Ну, а бросил я еще в мае. Крайний раз. Ну, будем все-таки надеяться, что это была кожа. И поверим китайцам. Так что смело можно заказывать на 11.11. Ссылка будет в описании.